Дальше. 50 размера заказала себе костюм. Сорок восьмого не было размера, заказала 50-й. Мне уж слишком нравятся вот такие вот бриджи. Очень нравятся вот такие бриджики. Я, в принципе, из-за них только и заказала этот костюм. Хотя вот сейчас вижу, что футболка, в принципе, тоже яркая. И для дома само то. Бриджи вот именно нравятся с ножки, на ножке вот на такой, на манжетике вот на таком. Вот, тоненький трикотаж, прям тоненький. Вот на лето сейчас будет идеально. Прям тоненький, вот прям вообще тонюсенький. Широкая резиночка, здесь все прекрасно прошито, все ровненько, все замечательно. Так, и к ним футболка, вот такая пестрая, яркая, вот такая футболка. Здесь Микки Маусы, мороженки, какие-то там конфетки на палочках, пироженки всякие, ну, в общем, вот такая вот. Няшная такая футболка. И капри. Классно, да? Пошла примерять. Ну и домашний костюмчик вот такой. Костюмчик однозначно берите на размер больше. По крайней мере, вот брюки. Бриджи вот эти вот достаточно свободные. Их можно брать, наверное, даже размер в размер. Ну, максимум на размер больше. А футболка прямо вот маломерит. Футболочка, напомню, что костюм 50 размера. Футболку я бы даже 52 взяла, потому что вот она прямо плотно села. И трикотаж здесь такой плотный. Поэтому футболочку можно и побольше взять. А так, в принципе, костюмчик славный. По спинке вот так. Ну и расцветочка яркая. Конечно, она немножко раздастся во время носки футболка. Однозначно, это хлопок. Но все равно посвободнее, мне кажется, было бы комфортнее. Просто вот для себя имейте в виду, если будете заказывать такой костюм, что его нужно брать побольше размерчик. Футболочку беленькую надела вот с этими же каплями. Смотрите, как хорошо смотрится, правда? Душно невозможно, девчата. Окно открыло, сил нет. Очень и очень душно. У нас уже который день, жара стоит неимоверная. Просто погибаем от жары. Так, шорты себе любимой. Вот такие удлиненные. Такие же удлиненные, как вот я взяла для Насти. 48 размер. 80% хлопок, 15% полиэстер и 5% лайкра. Нет, вот эти потоньше шорты. У Насти прям толстые, а эти потоньше. Но они тоже достаточно такие плотненькие. Но, тем не менее, потоньше, чем на Настю. И такие прям свободные. Прям уже хочу срочно примерить. Вот как раз сейчас с футболочками и примерим. С беленькой футболочкой. Ну, а эти прям вот такие спорт-спорт. Накладные карманы. Поближе покажу. Накладные сверху карманы. Ну, здесь шнурок. Эти такие прям удлиненные. Чуть ли не до колена. Ну, мне тоже они очень нравятся. Эти потоньше. Да, Витя? Хорошо? Мужу все понравилось. И брюки, и шорты. Чай делает, мнет лист. Так, со спинки. Хорошенькие шортики. Светло-серого такого красивого цвета. Можно любую сюда футболочку яркую надеть или опять же беленькую. И все.
Эти шортики можно не только дома носить, в принципе, как и ту модель. Пожалуйста, хоть куда с футболочкой одели и пошли. Выглядят прям прилично. И одна, и вторая модель. Единственное, что эти подлиннее и потоньше, а те поплотнее немного. Мне нравится очень даже. С кроссовочками вообще прекрасно смотрятся. Прям прекрасно. Дальше. Так, вот, накладная нашлась. Но я вам цены пропишу. Здесь отрез ткани. Разные отрезы тканей. Эта ткань заказала Света для своих заек. Вот так вам покажу. Ну, то есть здесь разные расцветки. Я их просто раскрывать все не буду. Вот она заказала вот такую расцветку. Вот такой горох. И вот такой горох. Розово-бело-серый. Красивая расцветочка такая вот. Розовая. Бело-серая. Будет шить зайкам костюмчики. Зайкам, кискам. Платьишки, наверное, будет шить девчонкам. А, нет, я не все вам показала. Давайте-ка я вам все покажу. Вдруг вы тоже захотите такие расцветки. Так, ну вот крупный горох показала. Сейчас, подождите, я в них запуталась, как они тут сложили-то их. Так, вот так. Вот тут что-то красивое. Ага. Смотрите, какая красота. Ну, вот это точно девчонкам на платье. Так. Это я показала. Ну, все, я не показала только вот эту цветную. Остальные я вам все показала. Все. Света просила по метру заказать ей каждой. Каждого цвета. Вот по метру я ей заказала. Классная ткань. Расцветки прям вообще шикарные. Вот прям можно и постельное белье поношить, кто умеет. Дальше. Дальше я вижу покрывало. Покрывало это попросила Настена моя на свою кровать. На свой диван обновленный. Мы серого цвета заказывали, а теперь она захотела вот такого цвета. Где открыть? Вот, нашла. Вот такое вот. Ой, какое прям плюшевое. Такое мягкое. Ага, у него одна сторона вот такая. Смотрите. Пушистенькая. А вторая сторона вот такая. Гладкая. Но прям приятная. Очень приятная. И по цвету ее прям хочется вот так вот прилечь и укутаться. Когда воду осенью будут отключать и когда будет дома прохладно, вот как раз-таки вот в такое покрывалко можно будет укутаться. Будет прямо вот комфортно. Так, убираем. Постелька новая. Двухспальная. Это тоже для Насти. Постельное белье называется «Домашний уют». Покажу вам его на сайте. Не буду раскрывать. Покажу, как оно выглядит на сайте. Так, и у нас еще одеялка. Вот такое одеяло. Я вам его уже в одном из роликов показывала. Это повтор. Тоже меня попросили заказать это одеялко, поэтому, ну, кто там, может быть, не видел, поэтому я вам сейчас его так немножечко открою, покажу. Совсем доставать не буду, поскольку это не мне. Оно белого цвета, вот так простегано. Тоже на сайте найду и покажу вам, чтобы мне его не доставать, а то потом так красиво ровно не получится сложить. И оно двойное. Два тонких одеяла соединены кнопочками между собой. Вот такими вот кнопочками. Вот, видно. Так, одеяло Smart Comfort называется. Smart Comfort. 172 на 205 я взяла. Так, наполнитель полиэфирное волокно.
вот такое вот одеялко. Кстати, мы такое одеяло для мамы заказывали. Как тебе? Прекрасно. Прекрасно? Когда прохладно... Ой, девчонки, жарко, не обращайте внимания. Прям душно очень. Когда дома прохладно, два одеялка в пододеяльник одевает. Когда дома жарко, одно снимает и укрывается одним одеялком. Очень удобно, очень. Так что вот так. Ну все, девчата, больше на сегодня никаких нарядов нет. Все, что заказала, все вам показала. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк или дизлайк. И, конечно же, я буду вам благодарна, если вы этим роликом поделитесь со своими друзьями. Ну а на сегодня это все. Всем пока-пока. До новых встреч и до нового видео.